бы Светов интересно, я считаю, Светов, Слоняра и СВТВ – это один из немногих каналов, на который я подписан на Boosty и который я поддерживаю рублем, несмотря на то, что они даже никакого эксклюзивного контента не дают, но мне они нравятся, мне нравится их подача новостей. Иногда, конечно, пиздец пропаганда либертарианская, да, но меня как бы не парит, потому что я вижу, чуваки делают от чистого сердца, у них такие взгляды, они сами себе не противоречат. И, в принципе, я к либертарианцам отношусь хорошо, они, ну, во всяком случае, вот это крыло Светова, они себя показали адекватными, ну, хуесосят все стороны за одни и те же вещи. Они как бы слоны, я считаю, вот, а не те, как вот эти вот либералы на зарплате у, собственно говоря, сами знаете кого, всякие фонды Каспаровых интересные и прочая хуета, которые просто занимаются откровенной пропагандой. Тут ребята делают новости с СВТВ, лучшие СМИ.